Незрядно пресвяти, пречисти, преблагословение, славный владычество нашей Богородице, и пресадиве Марии. Оглашенные языки стоят отдельно у нас. Yeah.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Все, можете ко мне подойти оба сюда. Послушать. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В 86-й беседе на Евангелие от Иоанна святитель Иоанн Златоуст говорит, даже не так, а размышляет о страданиях Христовых и говорит, что это есть утешение в скорби и гонении. Чудное дело терпения. Оно поставляет душу как бы в тихое пристанище, избавляя ее от воли и зловредных ветров. Христос и всегда учил нас терпению, но в особенности, когда его судили и водили по разным местам, так, когда его привели к Анне, он отвечал с великою кротостью. И слуге, который ударил его в ланиту, сказал такие слова, которые могут уничтожить всякую гордость. Отсюда он перешел к Каиафе.